впечатлениями о матче? Насколько тяжело удалось Факелу? Очень тяжело. Главное, что ребята боролись до конца. Вы, конечно, у нас момент, у них момент, но мы сели выиграть. Самое главное. И песок с забитым мячом тобой. Там было вне игры или не было? Передо мной игрок соперника стоял в воротах. Как какой вне игры? А я стоял. Не знаю, вообще не понял, почему не считаю. Он, наверное, сам не знает, не игры он поднял, или что он поднял, сам, наверное, не понял, что делать. В общем, и в целом, сегодняшним матчем, содержанием игры доволен? Ну, зрелищности, может быть, и не хватало. В таких играх на первый план уходят бойцовские качества. И сегодня пришлось побороться. Самое главное, что взяли 3 очка. А игра придет. Леш, ну поделись первым впечатлением о матче сегодняшнем. В первую очередь хочу поздравить с праздником всех болельщиков, всех любителей футбола, кто болеет за нас, переживает. Мы поиграли, взяли 3 очка, и они очень важны для нас были. Не важно, как мы играли, там, пас комбинировали. Я считаю, это задача тренера выполнили. Всех с победой. Настроение в команде улучшается? Ну, с каждой игрой еще больше получается уверенность. С победами она еще больше приходит.